Всем привет, с вами СтивПро, и сегодня подведем итоги конкурса. Но первое место — это лицензионный аккаунт от Майнкрафта. У нас занимает Ильяс Айтымбетов и RedXX. Ну, Ильяс написал первым, поэтому он получает первое место. Но RedXX написал более развернутый ответ, поэтому он тоже получает первое место. Второе место — это 20 рублей на счет. У нас получает Миша Ардашев. Он тоже ответил правильно на все вопросы. Ну и на третье место, точнее третье место, это подписка на ваш канал. У нас получает Ют Релсы, да. Вот такой канал. Я подпишусь на него обязательно, так как я обещал. Четвертое место у нас занимает Антон Шастин. Да, он тоже получает четвертое место. И также я подпишусь на его канал. Но для первого и вторых мест вы должны скинуть ссылку на свой ВК, где я вам отправлю приз. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.